Так, я продолжаю нашу трансляцию из лагеря возле Верховной Рады. Сейчас поступила информация, она подтверждена и сотрудниками полиции, что прямо сейчас готовится зачистка лагеря. Пожалуйста, сообщите мне, насколько хорошо слышно, насколько есть звук. Я сейчас хочу оценить время до начала операции. Судя по всему, это минут 20-25. Со всех сторон подогнали автозаки. Концентрируются сотрудники Беркута, нацполиции, значит, а также Национальная гвардия, которую, судя по всему, опять нагнали для количества, чтобы ими прикрываться и потом говорить о том, что кто-то пострадал. Сейчас я на видео пройдусь, покажу подготовку ко всему этому. Хлопцы с нам этого местечка приготовились к защите. Я хочу сказать, что здесь за это время, за 4 месяца, была масса людей, которая пиарилась, заявляла лозунги, приходила, фотографировалась, рассказывала про свою борьбу. Вот есть как раз время для того, чтобы показать, за кого вы. За народ или за обслугу олигарха. Значит, эта сторона, которая у нас... это, вот обратите внимание, это люди, которые помогают шить уголовные дела, которые помогают Беркуту в масках избивать людей. Потом людей, когда выпускают, вычисляют их местоположение. Вот обратите внимание, все люди должны быть здесь идентифицированы. С этой стороны нагнано большое количество автозаков, большое количество автобусов с полицией и большое количество этих самых машин для Национальной гвардии. Вот обращаю внимание. Значит, сейчас подготовили с одной стороны тросы, с другой стороны крюки для того, чтобы растаскивать забор. Это то, что происходит с этой стороны. Значит, только что прошло шикование одной из групп. Это та часть, которая со стороны Мариинского дворца. Значит, теперь с другой стороны, я так понимаю, подготовлены скорые помощи, подготовлены автозаки и со стороны Министерства здравоохранения. Вон они. Значит, журналистов с утра тут тоже предупредили. Добрый. Добре. А як реагувати? Ні, на це, що я не вас звинувачу, я показую, що відбувається. Вон хлопці стоять в масках. Ну, ви переплутали, да, напевно? Ні, я не переплутав, я показую обстановку. Доброго дня. Доброго дня. Ви поможете сьогодні фіксувати, що тут відбувається? А ми вже фіксуємо, тільки ви нас обвинили, тому що ми помагаємо вас. Ні, не вас я вас обвинив. Ви підійшли. Друзі, переплутався. Давайте шоу вже кончимо. У мене вам просьба така. Я дуже рад, що тут дійсно є нормальні журналісти. Моя задача просто, щоб все, що тут було, попадало в ефір. Щоб потім не було розказів про те, що вбивають бідних нацгвардійців, беркутовців. А люди, которые здесь синяками, шишками, разбитыми головами попадают, что они тут какие-то преступники. Я большое вам спасибо за то, что вы журналисты, находитесь на своем рабочем месте. Дякую. Ваша информация, какие подъемы? Только что, вчера поступила информация с, скажем так, высших каналов правоохранительных органов о том, что на сегодня начебто готовится провокация и зачистка табора. Только что подошла полиция коммуникации к хлопцам, сказала, что да, это подтверждается. Была утечка среди там купы журналистов, что сегодня что-то там готовится. И только что мы видим большие силы, подготовленные и нас полиции, и Национальной гвардии. Устройство для демонтажа сеток, кусачки, подобранные автозаки. Я так понимаю, что будет опять незаконное действие, нашел тех, что были позавчера. Позавчера, несмотря на брехню, которая распространяется по многим СМИ, здесь просто люди, которые пришли мирно протестовать, да, они вытащили шины. Символический знак, скажем так, против них было совершено нападение. После этого вот уже идут люди. После этого избили людей, те, естественно, дали ответку. Всех выпустили задержанных, сказав, что никаких претензий к ним нету. Хотя по телевизору президент называл их негодяями, напавшими на нас полицию и так далее. Вот сегодня вы видите уже разворачиваются боевые порядки. Ваши идеи какие будут? Наши идеи защищать людей. И я хочу обратиться ко всем тем, кто сейчас смотрит эту видеотрансляцию. У нас есть еще 15-20 минут, судя по всему. Я прошу тех, кто не может приехать.